Семью Сергея Перепелицы навестили глава Ленинского округа Станислав Катаров и его заместитель Татьяна Квасникова. С женой мобилизованного Еленой они знакомы уже давно. Ведь после отправки мужа на фронт она занялась разработкой проекта военно-патриотического центра. Нам удалось разработать очень хороший проект, который сейчас мы будем реализовывать. Благодаря поддержке нашей администрации и во главе со Станиславом Анатольевичем. Мы сделаем все возможное, чтобы дети смогли от всей души полюбить свою родину. Идею о военно-патриотическом центре Елене предложил супруг. В феврале 2022 года в одном из боев Сергей пропал без вести. Военнослужащий хотел передать будущему поколению опыт боевой подготовки, знания и, конечно, патриотизм. В разработке проекта центра Елене активно помогают сотрудники Госфонда «Защитники Отечества». Они же стали ее близкими помощниками. В первую очередь, конечно, мы помогаем женам, участников СВО, солдат наших во всех вообще стезях. То есть это бытовое, это бытовые вопросы, это психологическая помощь, юридическая помощь. В данном случае Елене нужна была психологическая поддержка в плане просто приехать в гости, попить чаю. Это тоже очень важно, уделить человеку внимание, время. Вот. Ну и также сегодня Елена вот выступила с инициативой создать центр патриотического воспитания. В подарок главе округа Елена подготовила книгу с фронтовыми заметками бойцов специальной военной операции с личной подписью. Спасибо. Все, сначала читать, потом в музей, а потом всем читать. Администрация Ленинского округа продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.